Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net, страница 33, упражнение номер 2. Люся мыла 8 чашек, вдруг одна чашка разбилась. Поставь вопрос и реши задачу. Итак, было 8 чашек, одна разбилась. Ставим следующий вопрос. Сколько чашек осталось? Было 8, одна разбилась. Чтобы узнать, сколько осталось, нужно из 8 вычесть 1, равно 7. 7 чашек. Записываем в скобках первую букву «Ч» с точкой. Теперь мы пишем ответ, ставим две точки и пишем 7 чашек, точка. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.